В общем, если я буду говорить так, мне будет очень тяжело и неудобно. Я уже выздоровела. Спасибо всем, кто желал мне здоровья всяческого. Просто у меня после температуры вот осложнение такое, голос сел. Поэтому я говорю шепотом. Вот. Открыточку нам нарисовала подруга. Точнее, она нарисовала ее себе и поделилась с нами кучей вот стопочкой. Вот. И теперь у елки есть вот такое вот. Ну, в общем, это ёлкина открыточка, все теперь у нее есть личное. А я буду теперь всем раздаривать и рассылать все, что у меня есть. Правда, у меня их сегодня там штучек 30, по-моему. И, в общем-то, вот, такая вот красота. На самом деле, я, наверное, ссылочку на художницу дам в описании. И, в принципе, у нее вы можете эти открыточки заказать. Хотя, я думаю, она сегодня сказала, что уже весь тираж распродала. Ну, наверное, и придется делать еще. Вот так вот. Ёль. Надо будет на тебя еще шапку надеть.